Всем привет, я Дмитрий Рогачев, добро пожаловать на мой канал. Наверное, вы уже прочитали название этого ролика и поняли, что я нахожусь в Пскове. В рамках проекта «Открываем серебряное ожерелье» я буду рассказывать вам об этом городе. Но, конечно же, я не мог не рассказать о том, что в Пскове огромное количество железнодорожных путей. И здесь не только грузовые станции. Здесь еще есть модная сегодня ласточка на тепловозной тяге, а также пригородное сообщение. Пусть его и мало, но оно все-таки существует. А сейчас за моей спиной вы видите путепровод местного Ленинградского шоссе через одну из железнодорожных веток. Она ведет от станции Псков, точнее, от железнодорожной станции Березки, которая находится в Пскове, в сторону станции Дно. С точки зрения железных дорог, Пскову очень повезло. Отсюда ведут пути сразу в 4 направления. На восток, как я уже упоминал, до станции Дно, и дальше на север, на юг и самыми разными путями. Можно даже на восток, в сторону станции Бологое. На север пути идут через Лугу в сторону Санкт-Петербурга, на юг – в Латвию, а на запад – через Печоры в Эстонию. Также от железнодорожной станции «Березка» один из путей отходит в сторону местной городской промзоны, но я не знаю, сколько предприятий на самом деле на сегодняшний день используют подвоз чего-либо железнодорожным транспортом. Пассажирское железнодорожное сообщение в Пскове в течение последнего времени заметно улучшилось. После того, как впервые в России была введена в эксплуатацию «Ласточка», ходящая из Москвы в Иваново, и часть маршрута, преодолевающая под тепловозной тягой, здесь решили использовать тот же самый способ. Для начала была запущена одна пара поездов «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков и обратно. После этого количество поездов увеличилось, и я не удивлюсь, если их количество увеличится еще больше, ведь спрос огромен, и, как я понимаю из комментариев в интернете, огромное количество этих поездов забивается очень даже хорошо. Но так как количество поездов «Ласточка», которые должны эксплуатироваться на территории России, постоянно увеличивается, сюда продлили еще одну необычную теплоласточку. Поезд, раньше ходивший из Великого Новгорода в Петрозаводск, теперь ходит из Пскова. И на мой взгляд, это очень странное решение. Но с другой стороны, транспортная доступность всего города заметно увеличилась. Ни одно из железнодорожных направлений вокруг Пскова не электрифицировано, поэтому здесь используются исключительно тепловозы. Вот как раз один из них подкрался вместе с двумя вагонами. Это пригородный пассажирский поезд «Дно Псков». Когда я гулял в окрестностях местной железнодорожной развязки, я видел огромное количество самых разных путей. И меня очень порадовало, что на многих из них есть накат, а значит, они действительно используются по назначению, и большая часть из них не заброшена. Это очень радует, особенно по сравнению с большинством других городов, которые я знаю и которые я уже посещал. Ровно 272 километра до Санкт-Петербурга. Кстати, у вас есть несколько секунд для того, чтобы подписаться на мой канал, поставить лайк, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать никакие следующие видео. Иначе я немножечко расстроюсь и пойму, что этот контент вам не нужен. Давайте, подписывайтесь, и я продолжаю. Согласно информации в интернете и на картах, которыми я пользуюсь, это железнодорожная станция Любятово. Но я, конечно же, не знаю, относится ли Любятово сейчас к станции Псков, или, может быть, относится к станции Березка, но вы видите, что здесь всего лишь два пути. Причем они оба используются. Я могу предположить, что на самом деле они используются сейчас исключительно как разъезд, и, возможно, один из подъездных путей просто относится к этой станции. Ох уж эти небольшие остановки поездов на всей территории России. Там вдалеке станция Луга. Здесь указатель остановка локомотива. И здесь нет абсолютно ничего. Даже никакой бетонной плиты. Вот я перейду, чтобы показать вам. Здесь останавливается локомотив. Ну, допустим, локомотив с вагонами. И что дальше? Здесь тоже нету ни одной бетонной платформы, ничего нету. Сейчас я, может быть, что-то найду. Но, как я понимаю, Любятово это такое себе.
Да, здесь просто ничего нет, людей высаживают прямо так. И в другую сторону только указатель остановка локомотива и служебный проход. Правда, даже служебного прохода здесь, в общем-то, и нет. Все сотрудники ходят просто по путям. Конечно, было бы очень странно ожидать на станции Любятово какую-нибудь большую и красивую пассажирскую платформу, но я ожидал, что здесь хотя бы что-то есть. Но, к сожалению, никакого комфорта в пригородных перевозках в таких ситуациях не возникает. И да, я понимаю, что здесь очень небольшой пассажиропоток, и я отлично понимаю, что здесь ходит всего лишь одна пара поездов каждый день, и еще один поезд из Луги в Псков ходит не каждый день. Но что поделать? Единственное, что могло заинтересовать на станции Любятово, так это грузовой поезд, который проследовал со стороны Луги на станцию Березки. Но я не могу сказать, что он чем-то был примечателен. По крайней мере, никаких необычных вагонов здесь точно не было. Ну а так, я только повторюсь, я очень рад тому, что эта железнодорожная станция, в отличие от большинства других подобных железнодорожных станций на территории Российской Федерации, очень неплохо загружена. И здесь есть вагоны не только российской приписки, но и латвийской. И это не может не радовать. Любопытно и вот еще что. С северной стороны станции Березка сохранилась булыжная мостовая. И только позже она переходит в самый обычный асфальт. Впереди вас ждет второе видео по Пскову, в котором я покажу железнодорожный вокзал, расскажу об общественном транспорте в городе и покажу те места города, которые я настоятельно рекомендую каждому из вас посетить. И напоследок я приношу вам свои извинения за некоторые технические проблемы, которые вы могли заметить в этом видео. К сожалению, моя камера меня подвела и не всегда фокусировалась там, где ей нужно было фокусироваться. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Как всегда, отдельное спасибо всем тем, кто продолжает поддерживать мой канал. Все ссылки, впрочем, вы уже знаете, находятся в описании под этим видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать никакие следующие видео. И я буду рад, если вы поделитесь этим видео в любых социальных сетях и на любых сайтах. Пока!